Казанский федеральный университет стал лидером среди вузов России в предметном рейтинге образования глобального рейтингового агентства Times Higher Education. КФУ вошел в группу 101-125 топовых университетов мира. МГУ в данном направлении образования на 2019 год занял место в диапазоне 151-175, а Томский государственный университет вошел в рейтинг впервые в категорию 301-400. Распределенная подготовка будущих учителей в научно-образовательных структурах Казанского федерального университета с химиками, физиками, математиками и другими направлениями дает более фундаментальное образование, нежели образование в педагогических вузах. Казанским федеральным университетом была создана самая вариативная в России система получения профессии учителя. У университета есть не только свои лицеи, но и планетарий, детский университет и проект «Умная Казань». Они являются одним из основных трансферов педагогического образования. Именно на этих площадках апробируются и масштабируются разработки для их дальнейшего внедрения в другие школы. Студенты-педагоги имеют реальную возможность применить на практике полученные в процессе учебы знания. Помимо этого, в КФУ функционирует университет третьего возраста. Такой охват не только студентов, но и людей всех возрастов дает возможность разрабатывать комплексные программы образования. Стоит отметить, что на базе университета выпускается журнал «Образование и саморазвитие», который стал одним из 25 российских журналов, вошедших в базу данных Scopus, главным редактором которого является приглашенный профессор Кражбе. В свое время вольное сетевое сообщество Диссернет признал журнал одним из слабейших в своем направлении. В связи с этим ученые и педагоги во главе с главным редактором Ником Кражбе прошли этап трансформации, который был направлен на исправление ошибок. Казанский федеральный университет выстраивает модель непрерывной системы образования от детского университета до университета третьего возраста, охватывая таким образом все группы населения. Это основная стратегия в долгосрочной перспективе развития педагогического образования Казанского университета и его продвижение в мировых рейтингах. Диана Шилова, Универньюз.